Вот вам загадка. Дашь мне еды, и я буду жить. А дашь мне воды, и я не выживу. Что я? Огонь. Каждый вечер мне говорят, что делать. И каждое утро я делаю, что велено. Но мной все равно недовольны. Будильник. Вы бежите на перегонки и обгоняете второго бегуна. Прямо перед тем, как пересечь финишную черту. Какое место вы займете? Второе. Переставьте буквы так, чтобы получилось одно слово. О-О-Д-В-Н-О-О-Л-С. Одно слово. Сами попробуйте. Если у вас есть я, вы хотите мной поделиться. Но если вы это сделаете, больше меня у вас не будет. Что я? Секрет. Мужчина едет на черном грузовике. Его фары выключены. Луны тоже не видно. Женщина в черном переходит дорогу. Как водителю удалось ее заметить? Все происходило днем. Меня легко найти в прошлом. Меня можно создать в настоящем. Но будущему меня не испортить. Что я? История. Как из 6 сделать нечетное число? Просто переверните. Могу быть жидким, могу быть твердым, а иногда пузырюсь. Я есть в каждом доме. Что я? Мыло. Он меньше остальных, но когда вы рады, он поднимается выше всех. Что это? Большой палец. В каком слове 7 символов, и если убрать 3, останется всего 1? Родинка. Водитель автобуса направился по встречной на улице с односторонним движением. Его заметили полицейские, но не остановили. Почему? Он шел пешком. Вы можете дотронуться и ничего не взять, но все равно их оставите. Что это? Отпечатки пальцев. Что принадлежит вам, а чаще им пользуются другие? Ваше имя. Один добрый человек покупает еду в США по 3 доллара за партию и продает за 1 доллар в Африку. Через некоторое время он становится миллионером. Как? Когда он начинал, он был миллиардером. В некоторых месяцах 30 дней, в других 31. Много ли месяцев, в которых 28 дней? Во всех. Чем заканчивается радуга? Буквой А. Что постоянно лежит на полу, но не пачкается? Тень. Петух снес яйцо на самом верху двускатной крыши. В какую сторону покатится яйцо? Ни в какую, потому что петухи не несут яйца. Что большое, как слон, но не имеет веса?
тень слона. На какой вопрос нельзя ответить «да»? Ты спишь? Твоя левая сторона – моя правая, а мою спину ты никогда не увидишь. Что я? Твое отражение. Он черный, когда его берешь, красный, когда используешь, и белый, когда заканчивается. Что это? Уголь. Если есть три кружки сахара, и вы забираете одну, сколько у вас останется? Только та, которую вы забрали. Что можно держать в левой руке, но не в правой? Свою правую руку. Это можно дать, но при этом продолжать хранить. И что уже не вернуть, если нарушить? Обещание. Как сделать нарисованную линию длиннее, не продолжая ее? Нарисовать рядом линию покороче. Мы можем вознести вас выше всех или ужалить сильнее любых насекомых. Мы несем правду и ложь. Нас не судят по размеру. Что же мы такое? Слава. Он где-то рядом, но его не увидеть. Можно поймать, но нельзя удержать. Рта нет, но легко услышать. Что это? Ветер. Получилось угадать? Голодного ослика привязали к веревке 2,5 метра длиной. Где-то на расстоянии 9 метров стоит корзина свежей моркови. Ослик пошел и съел ее. Как это произошло? Веревка не была привязана с другого конца. Как сетка может удержать воду? Если вода замерзла. В каком случае сестра вашего дяди вам не тетя? Когда она ваша мама? Существует древнее изобретение, которое до сих пор используют в некоторых частях света. Оно позволяет видеть сквозь стены. Что это? Окно. Что взмывает вверх, когда с неба начинают падать капли дождя? Зонтик. Если я высокий, значит молодой. Если низкий, значит старый. Я всегда сияю, а мой худший враг – это ветер. Что я? Свеча. Что легкое, как перышко, но задержать на час не получится. Дыхание. Если электропоезд направляется на восток со скоростью 90 км в час и дует западный ветер, то в какую сторону пойдет дым? Откуда дым, если поезд электрический? Что заполнит всю комнату, но не займет места? Свет. Как можно съесть слона? По частям. Сначала выбрасываешь то, что снаружи, затем готовишь то, что внутри. Потом ешь то, что снаружи, и выбрасываешь то, что внутри. Что это?
кукуруза. Карман на штанах пуст, но внутри все равно кое-что есть. Как так? Внутри дырка. Чем быстрее бежишь, тем сложнее перевести. Что это? Дыхание. Пока меня не измерить, я неизвестна. Но когда я ухожу, по мне сильно скучают. Время. Что невозможно увидеть снова. Вчерашний день. Что вы снимаете в последнюю очередь перед тем, как лечь спать? Ноги с пола. Как можно не спать 8 дней? Спать по ночам. Что вытягивается вверх, а растет вниз? Свеча. Что всегда впереди, но увидеть невозможно. Будущее. У чего одна голова и четыре ноги? У кровати. У чего много зубов, а кусаться не может? Расческа. У чего 13 сердец, но ни одного другого органа? У колоды карт. У девочки столько же братьев, сколько и сестер. Но у каждого брата наполовину меньше братьев, чем сестер. Сколько детей в семье? Семь. Четыре сестры и три брата. В моих озерах нет воды. У гор нет камней. А у городов нет зданий. Что я? Карта. Если у Элли 4 кучи песка, а у Энни 5, сколько получится, если их соединить? Одна. 2 мальчика 7 раз сыграли в шахматы. Каждый победил 5 раз, но ни разу не было ничьей. Как так? Кто сказал, что они играли друг с другом? 4 человека остались сухими, стоя под одним зонтом. Как это возможно? Очень просто. Дождя не было. Поверните меня, я стану бесконечностью. Разрежь пополам, и я окажусь нулем. Что я? Цифра 8. Я легче того, из чего сделан, и большая часть меня спрятана, и ее не видно. Что я? Айсберг. Я всегда двигаюсь по кругу, но иду вперед, и никогда не жалуюсь, куда бы меня ни направили. Что я? Колесо. Перед тем, как была открыта гора Эверест, какая вершина была самой высокой на Земле? Гора Эверест. Что окружает весь двор, но стоит на месте?
Забор. Что прыгает выше домов? Что угодно, ведь дома не могут двигаться. Этого не увидеть глазами. Его симптомы – потливость и тошнота. Но люди без этого не могут. Любовь. Это естественное состояние, но его все ищут. А пойдешь без него – упадешь. Баланс. В броне, но не рыцарь. И всегда дома, даже если отправляюсь в путь. Кто я? Черепаха. Вы отвечаете, хотя я никогда вас не спрашиваю, что я? Телефон. Сколько ног у четырех овец, двух собак и одного пастуха? Две. У овец копыта, у собак лапы и только у человека ноги. Ну, чисто технически. Ученые доказали, что у кошек с одной стороны больше шерсти. Некоторые считают, что когда кошки лежат на одной стороне, им нужно защититься от холода. Что это за сторона? Наружная, конечно. До новых встреч, друзья! Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа. И присоединяйтесь к Эдми.